На днях в ДК железнодорожников открылась выставка воронежского фотографа Владимира Малдера «Полдень, конец 21 века». Чему она посвящена и какие образы смогут увидеть воронежцы, расскажет сам автор. В программе «Утро вместе» фотограф Владимир Малдер. Доброе утро. Доброе утро. Ну, немножко о работах, чему они посвящены, что на них все-таки смогут увидеть посетители. Тема выставки у меня называется «Полдень, конец 21 века». Почему именно такое название? Я думаю, что многие из вас читали книгу Аркадия и Бориса Стругацких «Полдень, 22 век». А еще выходил в начале нулевых альманах Бориса Стругацкого «Полдень, 21 век». Ну, там, соответственно говоря, победа человека над природой, полеты в космос, соответственно. Тут, наоборот, победа, соответственно, природы над человеком. Это одновременно конец и одновременно начало, начало чему-то новому. Тем более, все-таки, я думаю, что человек как вид все-таки живучий выживет, но начнется, может быть, что-то новое. То есть, как бы сказать, возможно, повторять те же ошибки, возможно, что и нет. Вот такая вот... Эволюционная такая идея. Как бы идея такая, в общем, своеобразная. Ну, один из возможных сценариев будущего такого вот. Посмотреть, заглянуть в будущее можно. Ну, можно сказать, альтернативное будущее. Вот, кстати, где делались эти фотографии? Потому что некоторые узнаются наши места, на некоторых все-таки нет. Ну как, дело в том, что я думал вначале сделать все полностью по Абхазии, потому что в Абхазии больше всего таких мест, именно вот потому что там южная природа. Покинутая. Она вот именно как раз-таки самая вот, как раз-таки эпичная, самая красивая получается. Но я специально разнообразил место, поэтому там часть Абхазия, часть снята в Воронеже, часть в области, а часть в Тульской области и в Липецкой области. Как вы находите такие места? Потому что вот заброшенные заводы, я так понимаю, да, цеха какие-то, ну, подвалы. Да. Как вы находите? Ну, в Абхазии, допустим, в Воронеже еще понятно, есть местное сообщество, да, которое примерно представляет, где что может быть. Но вот в Абхазию, если как ехать. Ну как, на самом деле, собственно говоря, там вот немного истории, немного смотрим карту и, в общем, просто путешествуем, куда глаза глядят. Там все это можно найти. Это пешие прогулки, можно сказать. Ну, почему? Вышел не только, и... Не только пешие прогулки, там, допустим, ну как, просто вот, знаешь, допустим, что вот там вот находился шахтерский поселок, и примерно вот смотришь там по спутниковому снимку, там все заросшее, какие-то вот дома проглядываются, видно, что вот там что-то такое, город находился, видно. И судя по предположительно, что он все-таки заброшен, ну и, в общем, было интересно посмотреть, вот так вот путешествовал по Абхазии. Вообще целью было исследовать там тамошних пещер и тамошних шахт и подземелий других. Есть ли у вас какое-то фото, прямо которым вы дорожите, вот что оно показывает, вот, может быть, самое любимое ваше фото, или фото, которое вам тяжелее всего досталось, расскажите. Ну, как сказать, ну, вообще они мне все нравятся, вот такие дела, они мне, мне вот, например, если вот уж вообще самое-самое любимое фото, то мне нравятся вот фотографии с Воронежской атомной станции, с шахт Абхазии и из пещер Абхазии. Прямо напрашивается вопрос, если честно, в Припять-то не было желания поехать? Ну, уж, как уж бы, где уж? После того, что, собственно, я видел, Припять как-то, мне кажется, чем-то скучным. Я имею в виду экскурсионная Припять, подчеркиваю, именно экскурсионная. Ну, в Абхазии все там безопасно, лазь где хочешь, а у нас по России тоже. Здорово. Ну что ж, удачи вам. Будем ждать новых выставок, новых работ. Я напоминаю о своих работах и о своей выставке. Нам рассказал автор фотовыставки «Полдень, конец 21 века» Владимир Малдер. Ну а мы продолжаем это утро хорошей музыкой.